Що ж, любі телеглядачі, ми знову у студії телеканалу «Місто». Ви дивитесь «Місто ранок» і наш гість також тук. Вітайте, Олександр Комендантов, керівник сальса-клуб «Полтава». Спасибо. Доброго ранку. Доброго. Запросили ми вас в першу чергу для того, щоб ви нам трішечки розказали про оцей перший, я так розумію, в Полтаві, незвичайний, неочікуваний захід. Це всеукраїнський конкурс із сальси. Да, совершенно верно. Ми його назвали конкурс по соціальним танцям по той причині, що сальса – самий звісний бренд із соціальних танців, але також дуже популярний бачата, кизомба, регетон, зук. Страшні слова ви такі назвали. Да, поэтому сальса самой популярной является, и поэтому чаще ассоциируют социальные танцы именно с сальсой. От для розуміння, для глядачів, що таке соціальні танці, що це мається на увазі? Это дискотечный вариант латиноамериканского типа музыки, в основном латиноамериканская, когда люди собираются в каких-то местах для танцев, и они приглашают друг друга. То есть это не связанная пара, которая тренируется годами, а люди знакомятся таким образом. Они приходят на вечеринку и в специальном ритме, там, сальсы, бачаты, приглашают друг друга и танцуют. И это настолько стало популярным явление, что европейские, американские сальсы-вечеринки, они проходят очень массово, их очень много, и захватило массу людей. Вот просто знакомые приезжают с Америки и говорят, что люди действительно сейчас помешались на социальных танцах. Дома не сидят, а идут, танцуют, общаются, знакомятся. И даже наводят деловые контакты вот на таких мероприятиях. Круто. Тим більше зараз в еру інтернету, коли усі сидять вдома і взагалі не вилазять за моніторів, це, я думаю, дуже ще й корисно для здоров'я. Однозначно. Людям все равно не хватает живого общения, живого знакомства. А к тому же, когда проводишь в музыке 2-3 часа танцуя, ты действительно физически в форме себя держишь и не успеваешь устать под приятную музыку с приятными людьми, ты просто не успеваешь почувствовать усталость. А положительные эмоции, они, наоборот, еще и поднимают настроение. Отже, така хвиля популярности социальных танцев докатилася и до Полтавы. Трішечки про всеукраїнський, ви кажете, турнір, тобто з'їдуться, я так розумію, представники не лише Полтави та Полтавщини, а й інших міст. Да, для Полтави це дуже серйозне событие по той причині, що дійсно к нам приїжджають пари з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Черкас. Возможно, ще інші міста дозаявляться за кілька днів залишихся, але вже 50 пар заявились на участь в конкурсі по різним номінаціям. И номинации очень разные. Есть люди, которые танцуют свыше 2 лет, а есть те, которые танцуют до 6 месяцев, это совсем новички. И я очень люблю такие маленькие номинации, потому что для людей это реально открытие. Некоторые из них в 40-50 лет впервые в своей жизни выходят на сцену, и большинство из них вообще никогда не танцевали никакие танцы. И люди абсолютно разные по своим специальностям. Это и программисты, и рабочие, и учителя, и предприниматели. То есть это очень радует, что здесь абсолютно стираются рамки и снимаются погоны. То есть люди такие, какие они есть. То есть сальсу может заниматься будь-хто, для цього не треба бути професійним танцівником. Да. Так, можна просто, от, наприклад, я працюю ведучою, а піду танцювати сальсу. Скільки треба вчитися, як це досягається? Здесь отличаются партнеры и партнерши очень существенно, потому что у девочек от природы они более пластичные, и они буквально за месяц, за два у них уже получается. У партнеров сложнее. Во-первых, от природы менее пластичные, а во-вторых, у партнера роль в танце, как и в жизни, она совсем другая. Чоловіки не танцюють, так? Да, у нас такая традиция вкоренилась в нашем обществе. Вот. И ребята мало того, что должны себя растанцевать, ихняя роль еще управлять партнершей, и они должны еще своими движениями давать ей импульсы на повороты, на то, что она танцует, потому что девочки не танцуют сама. Человек веде все одно, так? Однозначно, как в жизни, как в жизни, иначе нельзя танцевать в социальных танцах. Я встречал такую ситуацию, когда партнер танцует несколько лет, а партнерша там 3 раза была на тренировке, и когда он ее берет на танцполе, то они очень красиво танцуют, и со стороны люди, которые не знают, думают, что это профессионалы, танцующие всю жизнь. И обратная ситуация, если парень танцует пару месяцев, а девочка танцует всю жизнь, они не станцуют больше, чем он умеет. И вот эти роли, они очень важны, потому что люди, тренирующиеся в танцах, они учатся взаимоотношениям мужчины и женщины. Это то, чего вот нам не хватает в нашей постоянной жизни, потому что люди живут, потом создают семьи, а потом начинают все понимать, как друг друга нужно учиться понимать. И вот тут поможет сальса. Любые танцы, любые парные танцы, и вот сальса в первую очередь. Якраз перші кроки можна зробити, я так розумію, і під час вашого конкурсу, тому що окрім програми конкурсної, буде ще й майстер-класи для
охочих, правильно? Совершенно верно. Я сейчас немножко подробнее расскажу про сам фестиваль, который пройдет. Вот такие афиши уже в городе вы видели, мы их развешиваем, мы приглашаем всех жителей города прийти и посмотреть на это событие. Значит, будет проходить 6 февраля выставочный зал города К. Начало конкурса в 16:00. В 21:00 начнется сальса-вечеринка. Мы тоже приглашаем людей, даже тех, которые не умеют танцевать, на нее остаться, потому что там будут шоу-номера, там будут мастер-классы для начинающих, чтобы показать первые шаги, как это просто легко делать. И для девушек мы точно говорим, что они уже смогут на этой вечеринке танцевать, а партнеры, скажем так, просто ознакомятся и поймут, что на мастер-классе 15-20 минут они уже увидят, что у них уже получается. Вот. І... Мені, знаєте, ще подобається така музика запальна, що ну, ноги нібито самі йдуть танцювати. Однозначно, музика затягує, особливо нове направлення кізомба, яке таке дуже страстне з'явилось. Це Ангола, африканське направлення. І дійсно, воно дуже швидко вийшло. І люди, коли просто слухають музику, взагалі не розуміють, що це за танець, вони вже кажуть, ну, реально хочеться танцювати. І видя, тільки побачив кліп, вони вже просто, ну, просто хочеться вот, этим заниматься. И немножко вот о конкурсе. Да, к нам съезжаются со всей Украины, это очень приятно. К нам приезжают тренера, очень известные украинские тренера. Больше 10 человек приезжают судить. Будут и главный судья соревнований, кубинец Ренальдо Пауль, основатель самой крупной сальсо-школы в Украине. И сальсо-клуб Полтава является частью сальсо-клуба Украина. То есть вот такая структурная компания. Uh-huh. Вот. Поэтому я думаю, что будет однозначно интересно. И есть изюминка в этом мероприятии, которая действительно, мы даже в Украине такого пока не встречали, посещая фестивали. Первые открывачи будут полтавцы, так? Думаю, что да. Мы организовываем телепроект. Пилотное название было «Танцы со звездами». Сейчас окончательный вариант ему будет назван. А но... потом подумала, что уже есть такой телепроект с такой назвой. Это так? Было, да, потому что пилотный, для того, чтобы у людей была ассоциация. Что... И мы, вот как вы правильно сказали, затанцевать может каждый. И мы отобрали людей, которые известны в городе. Это предприниматели, телеведущие, люди искусства. Мы постарались охватить разные сферы, общественные деятели. И мы взяли людей, не танцующих, а разбили их на 5 пар. И в течение 3 недель люди тренируются, и 6 февраля в нашем же конкурсе, который будет проходить, будет рубрика. Начнется она в 19:00, где вот эти пары, которые тренируются 3 недели, покажут, чему они научились. Цель этого проекта – показать, что эти танцы доступны всем в любом возрасте и с любой физической подготовкой. Мы надеемся, да, это не будет какой-то сногсшибательный проект, который там ставят по модным европейским, украинским каналам. Вот. Но, тем не менее, я позавчера был на тренировке и смотрел, что уже получается. И действительно, это уже прилично. То есть уже все 5 пар... То есть за 3 тижні люди с нуля уже научились что-то делать. Я вижу, как им тяжело. И, вы знаете, настолько приятно наблюдать процесс становления, когда мы идем интенсивно очень, и реально парам тяжело, тем более, у которых нет опыта танцевания, делать какие-то, пусть простые, но поддержки, когда вечером они запоминают движения, утром приходят и не могут их вспомнить. И видно, как им тяжело. Но из тренировки в тренировку видишь, как начинает получаться. И наблюдать это становление очень приятно. Видеть взаимодействие в парах, когда пара сначала, условно назовем, влюбляется, да, что ой, как у нас хорошо все получается танцевать. Потом начинают видеть, что не получается, начинают ссориться. Звинувачувати один друг друга. Одного. Это нормально, так? Это нормально. Вот. Но вы же кажете, все как в стосунках. Как в жизни, да. Так. А потом понимаешь, что деваться-то некуда с подводной лодки, все уже в проекте. Угу. Вот, и начинают тренироваться усиленно. Потом начинают притираться друг к другу. Это настолько приятно наблюдать, ну, все как в жизни. Звучить дуже оптимістично, дуже хочеться подивитися. Я нагадаю, це буде 6 лютого, початок всеукраїнського конкурсу о 18-й годині. Всеукраїнський конкурс в 16. Ось такий розряд, де ви побачите пари, які 3 тижні танцюють в 19:00 і сальса-вечеринка в 21:00. Ну, а тепер, власне, кілька слів про сальса-клуб Полтава, для того, щоб люди, які, можливо, вже зацікавилися цим напрямком у танцях, принаймні знали, куди їм звертатися, якщо вони також хочуть почати танцювати. Як ви працюєте, де ви працюєте, хто до вас може прийти? Прийти можуть абсолютно всі. Називаємося ми «Сальса-клуб Полтава». В соцсетях нас дуже легко знайти, написав «Сальса-клуб Полтава». Наші всі контакти там висвітяться. Знаходимося ми на Котляревського 1/27, це бувший проєктний інститут, в 202 офісі. У нас
очень хороший танцзал, поэтому приходите, попробуйте. И по итогам конкурса мы набираем новые группы, потому что очень много людей сейчас звонят, обращаются, что мы хотим еще уже начать танцевать. И очень часто задают вопрос, звонит человек среднего возраста, я не вижу, только по телефону, а в нашем возрасте можно научиться танцевать? Я слышу, ну реально голос молодой, какой в нашем возрасте? Я говорю, что вы называете нашим возрастом? И там, ну мне 35, мне 45. Я говорю, ну вообще необходимо танцевать, потому что, будучи в той же Европе, глядя, как люди в 60 лет делают первые шаги, и даже не возникает вопроса, а можно ли? Да, там немножко уже другая культура, у людей даже вопрос уже не возникает. Они просто... Хочу и можно, чему бы не. Уже дети взрослые, уже на работе все понятно, карьера сложена, чем хочу заняться? Хочу получать удовольствие, что не пробовал, танцевать хочу. И в 60 лет начинаю тренироваться, и даже не возникает вопроса. Отлично, в любом возрасте приходите. Тобто жодних вікових обмежень немає, а от ви кажете, там до немає, а з якого віку можна почати? Які у вас наймолодші учні? Мы также сейчас пробовали с детками начинать заниматься. Очень специфически, потому что дети, скажем так, разных возрастов тяжело собрать один возраст, поэтому мы с детьми тоже пробуем заниматься. Но если говорить про взрослых, то ну, от 18 лет у нас уже занимаются люди. Даже приходила девочка 16 лет, начинала заниматься. А средняя возрастная категория, наверное, 35-45 сейчас. Это очень радует, что планка поднимается. Если я помню, там год назад, когда мы начинали, то в основном приходили до 40. Ну вот редко было, чтобы кто-то старше, и это было даже 25-35. Но сейчас эта планка поднимается, люди эти барьеры все-таки снимают, видя, что это настолько легко доступно, в нашу культуру это уже все входит. Для того, щоб глядачам було зрозуміліше, у нас є кілька фотографій для початку. Хлопці зараз їх вімкнуть. А ви нам трішки прокоментуєте, що це і де це? Возле краеведческого музея мы летом проводили тренировки на открытом воздухе. И вот видите, несколько ребят, которые на тот момент, ну, буквально пару месяцев, как даже не пару месяцев, а некоторые из них вот первый месяц как тренируются. Мы специально летом выходили на улицы тренироваться. Это вот у нас, ну, наш зал. Кубинец Пауль держит флаг свой кубинский, когда к нам приезжал с мастер-классом. Вот, вот так у нас проходят тренировки, мастер-классы с приезжими преподавателями. Ну, я також дивлюся, що люди дуже різного віку, і, але всі посміхаються, і в очах у всіх горить так. Это в Хорватии. На фестивале мы приезжали, и прямо на улицах, на площадях включается музыка. Люди со всех стран, которые приезжают на фестиваль, выходят, танцуют, общаются, знакомятся. И после этого вот это знаменитые тренера Атака и Алимана, у которых я брал мастер-класс в Хорватии. И дальше мы покажем видео с их тренировки, где они разбили нас, целую группу, и сказали, ребята, вот вы там на группу разбейтесь в течение тренировки. Это вот наш коллектив, мы в Харькове выступали на дне рождения наших коллег, Сальса клуб Харьков. И вот в Хорватии нас разбили на группу и сказали, что вы должны сделать танец. Вот прямо сейчас, придумать, придумать. И для меня самая большая была проблема, у меня не свободный английский, хоть я и думаю, что у меня средний, я могу общаться. Но когда они вольготно общаются, и я слышу, что они говорят, нужно что-то танцевать, и я долго пытался выяснить, чего конкретно от нас хотят. А так как все с разных стран, и у всех разный немножко английский, и у всех разный уровень этого английского, реально больше времени понадобилось выяснить, что сделать, потом друг другу объяснить, и часть вот того маленького такого импровизированного постановки, где мы по кругу сейчас будем становиться и танцевать, вот действительно было... А потом мова музыки сама все сделала, так? И вот каждый из хорваты, венгры, я станцевала с девочкой, которая из Уэльса, мы начали друг другу показывать какие-то движения, и там примерно одна треть вот этого выступления, которое показывает, это то, что вот как бы я предложил, когда встать в круг, в круге меняться парами, это вот была импровизация, которая очень всем понравилась, ее все поддержали. Если можно нам на полный экран еще раз показать его выступ видео. Я дивлюся взагалі, що, ну, дійсно, тут взагалі люди різні. Видно, що з різних країн і всі танцюють. Здесь не совсем наш, это не чуть-чуть не наше выступление, но тем не менее, это как раз то, что происходило, когда мы тренировались. И вот действительно, мы видим, что и по цвету кожи абсолютно разные, и многие из них даже не все говорящие на английском языке. То есть, как правило, это бывают, там, с Южной Кореей с ребятами познакомился, им очень было тяжело по-английски разговаривать, только один из них, и то не свободно. Вот. Я намагався перекладати усім іншим, так? Да, своим рассказывать, чего хотят от них. А от що стосується одягу? Тому що, ну, ми побачили фотографії з тренувань, і тут також майстер-клас. А взагалі, які костюми для сальси потрібні? Це щось схоже на латиноамериканські танці в нашому звичному розумінні, от як бальді танці, там де такі сукні у дівчат, блискучі.
чи як воно взагалі виглядає? На самом деле очень демократично. Я сам был удивлен, когда на очень серьезных фестивалях очень знаменитые танцоры приходят реально просто в кедах или вот в чем шел, том и танцую. Вот. Наверное, это просто вышло из Латинской Америки, где все-таки уровень благосостояния людей невысокий, и люди больше получают удовольствие от танца, от общения, от музыки, и нет возможности там сильно зацикливаться в костюмах. Хотя у них есть своя культура, иногда бывает там непонятно, как можно там на майку одеть шляпу и пиджак, и под это еще кеды одеть. Но, тем не менее, это своя такая субкультура, которая сложилась у них, и уже многие стараются ее копировать. Вроде то, что казалось, это безвкусием полнейшим. Теперь сегодня... это уже как сценичный образ. Да, да. То есть какие-то цепи, какие-то непонятные, которые вроде как для европейского взгляда кажутся неадекватными. Но, тем не менее, то есть очень демократично, главное, чтобы было удобно. Часто, когда выступают, ну, редко используют бальные костюмы, потому что это все-таки уже бальная культура, это больше европейская культура. Вот, все равно это уже немножко по-другому. И это уже, мабуть, все ж таки якийсь такий спортивний рівень, так, коли да, це професійні да, танці. Да. Вот, а на сальсо-вечеринках задача, чтобы было удобно. Потому что очень много приходится танцевать, реально часами до утра. И надо, чтобы ни ноги не уставали, и саму было ни холодно, ни жарко. Ну, в основном это жарко. А что стосується фізичної підготовки? Ну, мы домовилися, что вік людини может быть будь-який. А фізична підготовка, это же, мабуть, важко, это же задихатися там можно, пока станцюешь такие запальні танці. Поначалу кажется, да, но человек втягивается очень быстро. Особенно, когда получаешь удовольствие от того, чем занимаешься, то 2-5 часов, проведенных на танцполе, они незаметны. І, мабуть, потім помітні, коли вранці стаєш і ніг не відчуваєш. Вначале, да, коли люди вот только починають. Вот сейчас ребята, которые у нас тренируются 3 недели, они буквально через 3-4 тренировки сказали, у нас болит все, абсолютно все. Хотя никаких нагрузок вообще, они только танцевали, ничего не поднимали, ни друг друга не отжимались. Но из-за того, что непривычны и много динамики, действительно, но втягиваешь очень быстро. В течение там недели уже организм адаптируется, а через месяц уже ты со всеми на равных, абсолютно. Зовсім трохи часу у нас залишається. Кілька слів про ваші плани. Тобто, ну, зрозуміло, чекаємо зараз усі цієї суботи для того, щоб перше побачити ось такий грандіозний виступ, який планується. А що далі? Як хочете розвиватися в цьому плані в нашому місті, зокрема? Значить, зараз ми проведемо 6 февраля. И после этого у нас, мы специально сейчас не берем новых людей для того, чтобы уже сформировать из них новую группу после фестиваля. И открываем новую, дополнительную новую группу. И кроме этого, мы сейчас открыли новое направление, это аргентинская танго, которым мы занимаемся буквально 3 месяца, даже 4. И 27 февраля мы также в Полтаве проводим конкурс по аргентинскому танго, куда отдельно будем приглашать наших полтавчан, чтобы посмотреть, и точно так же, чтобы люди приобщились к этой культуре и начали, кому интересно, танцевать аргентинское танго. Это самый древний социальный танец, он самый первый, который появился из социальных танцев. Это вот ближайшие планы. И в дальнейшем продолжаем посещать фестивали и для радовать полтавчан опен-эйрами, которые на улице будем проводить. Якийсь такий флешмоб зробити для всіх-всіх-всіх охочих. Що ж, бажаємо вам успіхів, впевнені, що ваші плани навіть далекоглядні, навіть найтакі сміливіші обов'язково здійсняться. Дуже дякую за розмову. Ще раз пропоную нагадати, коли, де відбудеться. Значить, 6 февраля. В 16.00 выставочный зал ГОРДК, чемпионат всеукраинский по социальным танцам. В 19.00 вы можете посмотреть на «Танцы со звездами», где наши известные полтавские люди будут принимать участие, 3 недели тренирующиеся. И в 21.00 сальса-вечеринка, все там же, в выставочном зале ГОРДК. 6 февраля. Ждем вас. А ми сьогодні спілкувалися із керівником сальса-клубу «Полтава» Олександром Комендантовим. Впевнена, що бачимося не востаннє, принаймні вже перед тим, як 27 лютого будете влаштовувати концерт, обов'язково ще зустрінемось в нашій студії, якщо будете не проти.